Дорогие друзья, братья и сестры, в это воскресенье мы с вами будем праздновать праздник Святой Троицы. А еще мы называем это праздник Пятидесятницы, день рождения Церкви. А еще более узко сказать, это день моего рождения. Почему моего рождения? Потому что Церковь – это организм. И в этом организме каждый человек, рожденный, а что такое рождение в Церкви? Это значит крещение. Когда мы принимаем крещение, мы рождаемся в этом организме. И каждый из нас является клеточкой. И вот клеточка, даже часто бывает, когда она заболевает, то она быстро выздоравливает, получая помощь от других здоровых клеточек. И таким образом живет весь организм. Вот сегодня, значит, день рождения моего организма, а я клеточка. Это большая радость и в то же время большая ответственность. Каждый из нас вошел в эту церковь не просто так, а дав обязательства определенные. Что же он обязан? Чем он обязан? Богу. Чем он обязан? Церкви. Он, в первую очередь, обязательство жить по закону организма. Это значит, отрекаюсь от сатаны и от всех его дел. Вот это и есть правильная жизнь. И праздник Святой Троицы – это главный наш догмат. Мы веруем, что Бог един, но Он троичен в лицах. И там, где пребывает Дух Святой, там пребывает Отец и Сын. Там, где пребывает Христос, там также и другие лица Святой Троицы. И поэтому-то наша задача, чтобы храмом стали наши с вами сердца. Как мы призваны, изначально рождается человек с одной целью – быть храмом Божиим. Я желаю каждому из нас максимального очищения и максимального пребывания в этой чистоте и святости. С праздником!